Здравствуй, многонациональная публика. Я вновь один, и вновь кругом. Все та же ночь и мрак унылый. И я в раздумье роковом стою над свежей могилой. Чего мне ждать? К чему мне жить? К чему бороться и трудиться? Мне больше некого любить. Мне больше некому молиться. Семен Яковлевич Надсон. Никитин Иван Савич. Незаменимая, бесценная утрата. И вера в будущность, и радости труда. Чем жизнь была среди горести богата, все сгублено, без цели и плода. Как хрупкое стекло, все вдребезги разбито железным молотом судьбы. Так вот зачем так много лет прожито в тяжелом воздухе средь горя и борьбы. Осталась боль, незримо и не смело, но враг подходит в тишине. До времени изношенное тело горит на медленном огне. Жизнь обманула, горько и обидно, а все не верится. Все хочешь на пути, в глухой степи, где сгинь видно, хоть точку светлую найти. Но где ж она? Где отдохнуть возможно? Где путеводные небесные огни? Неужто кончатся так пошло и ничтожно слезами памятные дни? Так, полное тревожного волнения, не смея тишины дыханием нарушать, младенца милого последние мгновенья тоскливо сторожит трепещущая мать. Неужто он умрет? И чуду верить рада, в слезах предобраза мниц падает она. Но час пробил, едва зажженная лампада таинственной рукой погашено. Спасибо.